Всем привет! Мы начинаем подготавливаться уже к зимнему сезону. Подвезли новые фасоны шубок, укороченные варианты. Вот такие вот курточки с отстегивающимися рукавами до колена, то есть выше колена, длина 90 сантиметров с капюшонами, с воротничками кое-что есть. Вот, длина за колено 100 сантиметров. Вот. Приходите перед сезоном, посмотрите, повыбирайте, что у нас есть. Значит, также большой выбор кожаных мужских курток, кожаные женские курточки. Но в основном кожа женская с отделкой из меха, то есть с меховой опушкой. Вот, мы запускаем новый проект, возможно, вас это заинтересует. Обмен старой шубы на новую с доплатой. Обмен старой шубы вашей, которую вы уже носили, которая вам уже немножечко подустали вы от нее, или хотите сменить фасон, длину шубки, расцветочку. Такую шубу мы рассмотрим для обмена и вашей доплаты при покупке новой шубки. То есть приносите, мы с вами посмотрим ваше изделие, оценим его, подберем новую шубку и учтем в стоимость, посчитаем в стоимость шубы, то есть сделаем вычет. Часть наличные и часть шубой, скажем так, обмен с доплатой, трейд-ин. Вот. Также рассматриваем вариант выкупа шуб. То есть если у вас есть шуба в хорошем состоянии, можно сказать, в новом, в идеальном состоянии, ну или в хорошем состоянии, можно рассмотреть возможность выкупа. Мы можем у вас эту шубу купить за наличные. Вот. Но, конечно, нужно рассматривать все индивидуально. Вот. Сразу сообщу, у нас шубки, скажем так, с пробегом будут реализовываться в другом источнике. Конечно же, мы сами не будем работать, в магазине их продавать, да, потому что у нас выбор все-таки из новых шуб. Вот. А шубки с пробегом у нас будут реализовываться через другой источник. Я вам позже сообщу, через какой. Потому что у нас люди тоже хотят приобрести шубки со скидкой, возможно, уже немножечко в бэушном состоянии, но в хорошем виде. Вот, это будет через другой источник реализовываться. Вот, к нам вы можете прийти за новой шубой, обменять с доплатой вашу шубу. Вот, либо, если она в хорошем состоянии, можно либо обменять с доплатой на новую, либо просто мы у вас ее выкупим за наличные, и все. Вот, также вы можете прийти, если вы хотите приобрести шубу или кожаную куртку женскую, в принципе, с любой вещью, потому что у нас есть клиенты, которые хотят купить недорого, ну, вещь в хорошем состоянии или более-менее нормальном состоянии, недорого. Есть такие клиенты. И мы, в принципе, готовы рассмотреть любую вашу вещь, абсолютно любую, начиная с ветровки простой, текстильной, до заканчивая шубы. Конечно, будем оценивать, чем дороже вещь, тем больше для вас будет скидка на другую шубу. Тем дороже мы ее оценим, тем меньше вам нужно будет доплатить. Вот. Выкуп у нас производится только шуб из натурального меха в хорошем состоянии. Оцениваем мы ее здесь, в магазине у нас. Вот. Если у вас какие-то есть вопросы, еще что-то, какие-то уточнения, нюансы, что вы хотели спросить, можете написать в сообщение ВКонтакте. Вот. Я с удовольствием отвечу, пообщаемся. Какие-то фотографии, возможно, вышлите ваших шубок. Ну или просто придете к нам. График работ у нас написан в шапке, в заголовке нашей группы. Вот. Также хочу сообщить, что и мужские есть у нас кожаные куртки на осень, натуральная кожа. На змейке, на пуговицах, осенняя мягкая кожа и зимние варианты с отделкой из норки и с енотом.
Мужские вещи тоже можете приносить, если мужчина смотрит, либо у вас мужья. У мужей есть вещи. Куртки простые, синтепоновые куртки, в нормальном состоянии, кожаные куртки. Пожалуйста, приходите, будем оценивать, будем выбирать новую вещь и делать вам скидку, оценивая вашу принесенную там вещь, кожаную куртку, ну или какую-либо. То есть и мужские, и женские вещи. Выкуп у нас только шуб, натуральный, из натурального меха. Пока на этом все. Да, и вот то, что я вам говорил, конечно, шуба, которую мы обмениваем, которую мы выкупаем, вы сможете купить, я вам позже сообщу уже из другого источника. То есть это отдельная у нас ветка будет. Не в магазине, а именно отдельная ветка через интернет. Вот. Вот. Если какие-то есть вопросы, если вы хотите прийти поменять, приходите. Мы сейчас работаем все дни, понедельник, выходной, с 11:30 до 4:00, стабильно все дни. Выходные до 6:00. Ой, выходные до 4:00, будние дни до 6:00 вечера, с 11:30. Все, увидимся в следующем ролике. Пока-пока. Спрашивайте, пишите, задавайте вопросы.